Кадува. Будем исследовать его. Друзья, вот мы на северном пляже Кикадува. Здесь огромное количество местных людей, но можно купаться. Почему мы приехали в какое-то местное ланкистское Сочи. Вот такая Кикадува, ну, лично меня, мягко скажу, не впечатляет. Подобное объявление сопутствует нам на всей основной дороге в Кикадуве. Они нам говорят о том, что купальники разрешены только на пляжах. И если полиция здесь видит кого-то с голым торсом или девушек в купальниках, она очень просто может оштрафовать на 1000 рупий.